Компания «Шлумбергер», специализирующаяся в области добычи нефти и газа, сокращает 9 тысяч сотрудников. Это примерно 7,5% всего ее штата. Такое непопулярное решение связано с падением мировых цен на нефть. Кроме того, о планах сокращения объявил и нефтяной гигант British Petroleum. Компания увольняет 300 своих сотрудников, занятых на добыче нефти в Северном море. Решение стало первым шагом в рамках программы реструктуризации британской компании, объявленной в декабре. Тогда стало известно, что нефтяной гигант сократит расходы почти на миллиард долларов. Для этого предполагается уволить в течение года несколько тысяч работников. Вслед баррель нефти потерял более половины своей стоимости. Такой низкой цены у черного золота не было последние 6 лет.